Урожай зерна перевалил за 10 200 000 тонн. Лучший показатель в Минской области. Продолжается обмолот кукурузы. Убрано 67% площадей, осталось 77 тысяч гектаров. Расчеты показывают, будет собрано еще около 500 000 тонн. Белтехосмотр в октябре выдал на 15% больше допусков к дорожному движению, чем в прошлом году. В стране наличие разрешения автоматически контролируют средства фото- и видеофиксации. Напомним, нарушителям грозит штраф до 96 рублей. Белорусские профессиональные колледжи и вузы готовы выполнить любой объем заказа по целевому обучению. Сейчас востребованы специалисты легкой промышленности, строительной отрасли, слесари, токари и фрезеровщики. Учреждения образования готовят в год 25 тысяч человек. Бобруйский горисполком информирует о наличии свободного арендного жилья. Заявления принимаются с понедельника по субботу до 16 ноября включительно. Адрес: площадь Ленина, 1, кабинеты 101 и 102. Подробнее на сайте исполнительного комитета. В городе с 11 по 16 ноября пройдет фестиваль национальной драматургии. На сцене театра драмы и комедии покажут постановки как известных режиссеров, так и начинающих творцов. С подробной программой можно ознакомиться на сайте учреждения.